Поговорим о других новостях Воткинска. В эфире рубрика «Городские новости» короткой строкой. Воткинск получит почти 78,5 миллионов рублей на создание двух объектов: строительство сооружений хозяйственно-бытовой канализации, реконструкцию автомобильной дороги по улице Победы. Участок от въездной Воткинска до завода РТО «Республиканский». Городской бюджет дополнительно вложит еще чуть больше 5 миллионов рублей. Воткинская межрайонная прокуратура завершила проверку по факту смерти 11-летнего мальчика. Напомним, это произошло 21 января. Около СНТ в Воткинске нашли тело школьника. Он выпивал алкоголь вместе с друзьями. Они его оставили одного. До дома дойти не смог. В результате его тело нашли на дороге. В итоге 7 должностных лиц привлекли к административной ответственности. Один из мальчиков был направлен в учреждение закрытого типа, а второй друг погибшего поставлен на профилактический учет в органах и учреждениях системы профилактики. Дополнительные группы для детей-инвалидов откроют в детских садах Воткинска к 1 июня. Детский сад номер 27 сможет принять 15 детей с задержкой психического развития, а дошкольное учреждение номер 11 – 10 детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. В связи с этим в детских садах откроются дополнительные ставки педагогов, психологов, учителей, логопедов и учителей-дефектологов. Отметим, в Воткинске зарегистрирован 101 ребенок-инвалид дошкольного возраста, 78 из которых посещают детские сады.